Всем привет, ребята! С вами я, Бисер Плетение с Алисой. И сегодня мы будем плести вот такое деревце. Как сказать? Нам понадобится вот такая крышечка, но у меня нет такой. Я возьму вот такую вот. Любую какую-то из них возьму эту. Пластилин. Ну и, конечно же, бисер. Приступаем. Леску небольшую, сантиметров 30. Я не знаю, сколько тут. Набираем в любую сторону 4 или 3, сколько хотите. Бусин либо бисер. У меня бусины, только они похожи на бисер. Теперь. Берем эту железку и продеваем через низ вверх. Это сложно, конечно, сделать для меня. Печалька то, что мне так... А так получилось. И с другой стороны так же. Нет, стоп. Нет, не так же. Берем эту железку, набираем одну, такую же. Продеваем через вот эту же, вот эту вот, бусин. И выравниваем. И теперь все исправляем. Тыкайте как хотите, у меня просто своя идея была. Кажется, что не хватит. Извините, мне надо отрезать. Делаю все заново. Также берем любую снова сторону, набираем тоже 4. Продеваем также, смотрите. Спускаем вниз. А подальше от этой делаем, так сказать, крест-накрест. Так у меня сейчас не выходит, потому что я ни черта не вижу. То есть я сказала, ничего. Снова набираем одну. И вот так. Понимаю, вам ничего не нужно. Вот и все. Так вот у нас должно выйти. Переворачиваем вот так. Это просто закручиваем. Вот так поставлю, чтобы вам было видно. Можете закручивать сколько хотите, мне без разницы. Все, мы закрутили немножечко. Просто раздвигаем как хотите. Берем любую сторону, набираем 3 или 4, сколько хотите. Мне 3. Делаем так же, как я сделала сначала. Вот так вот. Так вот получается. И на другой леске также. На другой стороне лески, то есть. Почему мне ничего не видно-то? Вот все.
у нас должно выйти. Теперь снова закручиваем. Закручиваем очень много, чтобы нам хватило. Примерно такое деревце. Потом отрезаем кончик. Все, первый стволик готовы. Делаем еще таких два. Можно любого цвета. Все готово. Сейчас будем приступать дальше. Берем две любые, например. И внизу такие вот эти вот. И закручиваем. И закручиваем их. Ну, никто не выйдет, но мне. Я не знаю. Это, конечно, больно выходит, но я стараюсь. Берем такую и берем синюю, или какую у вас там. Можно просто любым цветом. Сейчас закручу. У нас должно выйти. Теперь берем горшочек. Если он круглый, то немного отламываете. Чуть-чуть. Делайте кружочек. Как пластилиновая Лена. И так вниз делаю, чтобы оно так стояло. Но у меня не стоит. Печаль. Ну, пойдет. И внутрь тоже. Не знаю, зачем я режу, просто нравится. Теперь ставим в середину. Берем немного пластилина, делаем сосисочку. Тоненькую, тоненькую. Ну, не такую тоненькую, конечно. И тут закрываем края. Теперь берем те цвета, которые у вас листики. И посыпаем. И прижимаем, чтобы они держали. Такой зеленый, блин, случайно. Ай, ладно. Так. Отправляю тут то, что у меня кофе не нужно. Ой, все упало. Блин. Ладно. Снимаем и ложим. Ой, зелененький попал. Снова. Если он у вас не держится, то вытаскивайте и ставьте в другое место.
поправляем все красивенько. Еще черненький. Снова падает. Какая работа у меня получилась. Всем пока.